Приветствую всех, дорогие друзья! Вы на канале Просто Дима. Сегодня такое будет видео в новом, может быть, формате. Не знаю, как оно вам понравится или нет. Напишите мне потом в комментариях. Хочу вам кое-что рассказать о бюджетниках. Вы знаете, что есть у меня в пользовании вот такая вот машина. Это Skoda Rapid 2015 года выпуска, на которой я, в принципе, уже больше 3 лет отъездил. Комплектация, ну, не совсем обычная, то есть это Ambition и комплектация Hockey Edition. Она немножко отличается там салоном, там дополнительным каким-то оборудованием и так далее. Rapid на нашем рынке зарекомендовал себя достаточно неприхотливой, надежной моделью, пользуется уже заслуженным авторитетом у наших автолюбителей. Не буду много рассказывать про эту машину, уже много рассказано на моем канале про нее. Единственный вопрос, а какая есть альтернатива на нашем белорусском рынке, на рынке СНГ, кроме непосредственно Rapid? Ну что, друзья, вот, собственно говоря, два представителя концерна ВАК, Rapid и Polo. Обе автомашины в не совсем обычной, в не совсем простой комплектации. Значит, Rapid, как вы все знаете, это Ambition Hockey Edition комплектация. И Polo это Comfort Line с пакетом Sport. Не вижу смысла долго останавливаться на Rapid. Давайте больше посмотрим, чем же вот эта комплектация Sport отличается от обычного заурядного Polo. Во-первых, сами видите, присутствуют вот на переднем бампере такие вот черного цвета вставочки, накладки. Далее идем по экстерьеру. Черные литые диски черного цвета, само собой задние дисковые тормоза, брызговики, ну и на крышке багажника присутствует такая вот полоса, она же спойлер, черная крыша и такая же, как и на переднем бампере, на заднем идет вставочка черная. Ну, то есть вот это вот пакет Sport, так называемый. Это что касается экстерьера. Двигатели абсолютно одинаковые. Даже внешне, если вы можете посмотреть, что на Rapid, что на Polo 1.6 MPI. И здесь на 110 лошадей, и здесь в данном случае на 110 лошадей. То есть абсолютно одинаковые, абсолютно все узлы и агрегаты находятся в одинаковых местах. То есть даже не вижу смысла тут сильно останавливаться. Единственное отличие, у меня вот стоит кочерга, подпирает капот. В Polo уже стоят вот два газовых упора или масляных, не знаю. Ну, в общем, немножко, скажем так, больше цивилизации. Что сказать про этот мотор? Есть еще гамма двигателей, там 90 лошадей, тоже 1.6, и есть еще 1.4 на турбе, ну, в основном оно идет на автоматическую коробку передач. Что касается данного конкретного мотора, абсолютно нормальный мотор, единственный нюанс, это как бы присутствует расход масла, уже все признали, уже многое рассказывал сам на эту тему, все признали в концерне, что да, на этих двигателях существует расход масла. У меня кто-то по-разному говорит, кто там литр доливает, кто там 500 грамм, кто 700 грамм. У меня, я вам так скажу, вот по мне, я меняю масло через каждые 10 тысяч, и у меня уходит в пределах щупа. То есть наливают мне чуть ближе к максимальной отметке, и через 10 тысяч у меня там уровень масла чуть ближе к минимальной отметке на щупе, то есть в допуске. Поэтому я особо масло не доливаю. Ну и эксплуатируется машина, конечно, в таком щадящем режиме. Там это не такси, не там какие-то там длительные поездки, перевозки. Так, чисто по городу. Поэтому
Вот двигатели, что называется, абсолютно одинаковые, поэтому ничего я тут не вижу смысла там что-то рассказывать, что есть тут, а чего нету там. Все одинаковые, друзья. Ну что, друзья, а теперь, конечно, самое большое отличие между двумя этими автомобилями, Rapid и Polo. Конечно же, это багажник. Понятно, что машины эти покупают и в семью, и в молодежь покупает данные автомобили, поэтому давайте мы в плане практичности в первую очередь рассмотрим, а что лучше, Polo или Rapid. И лично я для себя выбрал Rapid, мне багажник этот больше нравится, кому-то нравится классический седан. В общем, видите вы сами, багажник открывается достаточно высоко, вот у меня 1,75 м рост, и, скажем так, голова моя не достает до открытой крышки багажника. Тут же мы попадаем в большой грузовой отсек, по объему он больше, чем в Polo. Вот, собственно говоря, что и стало окончательной точкой при выборе автомобиля. На тот момент, когда мы покупали в семью новый автомобиль, мы рассматривали и Polo тоже. В принципе, ничем он нас особо как бы и не огорчил. Но единственное, что супруга моя, когда увидела вот этот вот открытый багажник, она сказала: я хочу только Rapid. Что мы видим в Polo? Да, багажник чисто визуально по объему такой же, как и в Rapid, но за счет того, что здесь поднимается только крышка багажника, то есть это классический, в моем понимании, седан, у нас сужается проем. То есть, грубо говоря, проем этот, ну, наверное, так вот чисто внешне, ну, наверное, в полтора раза меньше, чем в Rapid. Поэтому какие-то крупногабаритные вещи, как те же большие чемоданы какие-то, коляски и так далее, конечно, удобнее будет класть в Rapid, а не в Polo. Хотя, как бы, глубина его и высота позволяет, конечно, тут тоже много чего напихать, но, на мой взгляд, конечно, все-таки компоновка лифтбэк, как в Rapid, она более выигрышная. Так, ну и существенное отличие, конечно, в пользу Polo, как я считаю, это наличие камеры заднего вида. Друзья, вот камера заднего вида. Как вы видите, качество вполне достойное. Всем привет! Вот этого в Rapid нету, конечно. Вот это большой минус, я считаю. Но все-таки и машина свежая, почти на 3 года. То есть на тот момент, 2015 год, когда я покупал Rapid, не было камеры. Сейчас она есть. Это хорошо. Парктроники присутствуют и на Polo, и на Rapid. Единственное отличие, что на Polo их стоит на 4 датчика, а на Rapid только на 3. И, как я уже говорил, в Polo полноценная камера заднего вида, а в Rapid просто парковочный ассистент, который просто показывает расстояние от там датчика, от заднего бампера до преграды. Так, ну что, друзья, с экстерьером с большего разобрались. Давайте посмотрим, что поменялось внутри. Значит, комплектация Sport. В первую очередь, что бросается в глаза, это, конечно, вот этот вот срезанный снизу, такой укороченный, можно сказать, трехспицевой руль, обтянутый натуральной кожей. Такое вот, как бы, да, настроение спортивное он придает, конечно. Тут же на вот этих вот спицах мы видим управление магнитолой, управление звуком, там управление бортовым компьютером, громкой связью. Ну, в общем, собственно говоря, то же, что и на Rapid в комплектации Hockey Edition. Идем дальше. Мультимедиа уже с большим таким 8-дюймовым экраном. Тут же можно проигрывать и CD-диски. На Rapid такого, кстати, нету. Вот в чем, собственно говоря, и плюс у Polo. Дальше видим климатическая установка. Ну, чем-то она похожа и на установку в Rapid. Вот. Ну, тут, скажем так, что-то свое Volkswagen тут все-таки сделал. Далее, компоновка приборов классическая.
Слева тахометр, справа спидометр. Тут, собственно говоря, ничего нового. Посередине табло бортового компьютера. Панель приборов такой же звенящий дубовый пластик. Достаточно большой бардачок. Ручка КПП тоже обтянута кожей. Ну, в принципе, по эргономике, по там наличию всех вот этих вот кнопочек и ручек, ну, Volkswagen, я считаю, всегда был на высоте. Все находится достаточно удобно. В зоне, скажем так, досягаемости, никуда не надо тянуться. То есть за это, я считаю, можно Polo поставить крепкую пятерку. Значит, на потолке мы видим, у меня здесь в Rapide стоит очечник, ну такой футляр для очков. Здесь это заменено уже вот кнопочкой SOS. Я не знаю, что будет, если на нее нажать. Возможно, Владимир Владимирович нам позвонит и скажет, что вы балуетесь. То есть я так понимаю, что это система слежения ГЛОНАСС. Также есть вот управление, клавиши управления света, ну или там вот этой вот люстры, как ее можно там назвать, можно отдельно включить для водителя, для пассажира и общую, значит, для всех функцию. Зеркало обычное, не самозатемняющееся. В ночное время суток у меня в Rapide оно само затемняется. Друзья, ну смотрите, вот два ключа. Вот это ключ от Polo, вот это ключ от Rapide. Внешне они мало чем отличаются, но сами видите, от Rapide он чуть шире. И само жало, здесь видите, оно немножко под другой плоскостью. На Polo оно такое более классическое, стандартное, как на всех Audi, Volkswagen старых. Ну, кстати, вот на более новых Volkswagen и Audi вот ключ уже тоже вот так вот. То есть тут он стоит вертикально, а тут горизонтально. Вот. А кнопки, видите, сами кнопки похожи. То есть открывание дверей, открывание багажника, ну и закрывание, блокировка дверей. А так, ключи мало чем отличаются, сами видите, только значками. Ну что, дорогие друзья, вот такой вот был сегодня сравнительный обзор двух автомобилей народных, Rapide и Polo. Да, конечно, полноценным сравнительным тестом, конечно, это не назовешь. Так что прошу меня не пинать сильно, как получилось, так получилось. Но что хочется сказать в финале. Обе машины достойны. Обе машины имеют свои плюсы, свои минусы. Но, судя по количеству, в котором они продаются на просторах СНГ, это говорит о том, что машина, в принципе, и одна, и вторая надежная и зарекомендовала себя уже с положительной стороны у автолюбителей. Поэтому, если вы задумываетесь все-таки о покупке нового автомобиля, вот, пожалуйста, два неплохих варианта: Polo и Rapide. Все, дорогие друзья, на этом буду заканчивать. С вами был просто Дима. Всем пока-пока. Audio Jungle.